Школьная сборная города Сумы. Коловчев. Здравствуйте, вас приветствует школьная сборная города Сумы. Многие взрослые КВНщики позволяют себе выпивать перед играми. Мы решили почувствовать, что это такое, и выпили аж один пермикс на команду. А Феликс вообще 4 глотка сделал. Всегда хотел это сделать, но смелости не хватало. Пойду посовещаюсь с Феликсом. Школьная сборная города Сумы. Очень жирный мальчик вспотел на морозе и получился холодец. У мальчика с очень высокой попой руки растут именно оттуда. На уроке ОБЖ девочку ударило током, но ей никто не помог, потому что эту тему дети будут проходить только в следующем семестре. Вот если бы она тонула. Возможно, кто-то заметил, что мы не показали еще ни одной миниатюры. Не расстраивайтесь, сейчас специально для вас мы переделаем наши текстовые шутки и миниатюры. Зимой. Ох, какой я жирный, вспотел. Молодец! Сынок, у тебя что, высокая попа? Как у меня оттуда еще и руки растут. На уроке ОБЖ. Случай в семье. Муж, я беременна. Выставляйся. Тот же случай в семье черепах. Муж, я беременна. Нужно бежать. Нужно срочно бежать. Учителя и ученики, как дворяне и рабы. За поля вылезешь, убьют. Адольф Гитлер на экзамене. Так, не списывать мне тут. Такая ситуация может произойти с каждым. А, ты пацан. Шерлок, а как будет по-английски один сын? Элементарно, one son. Индус сдувается. Кришна! Так, стоп! Паша, ты не боишься шутить о богах? Нет, я дважды крещеный. Почему дважды? С первого раза не помогло. Мальчик с пальчик позвал всех своих друзей, чтобы зажать баре. Сейчас представьте любой день из жизни мухи. Каждый день.
кепке. Я все то, что убивал ты эти годы. Газетой, тапком, лентой, не давая мне свободы. Твой хлопок по мне, это не аплодисмент. Я и есть муха, парень, это мухин рэп. Вчера в Сумском роддоме родилось 7 мальчиков и 7 девочек. Ничья! Хитрик на счету семьи Ивановых. Школьная сборная города Сумы. Спасибо.